удовольствием, я ничего не говорю, но что-то они мы... Они ждут, вы что, просто так пришли? Просто так, честно, ребята. Мы не знали, во-первых, что мы вас здесь встретим, а лебедей нету, да? Я только одного селезня вижу, и все. О, вон уточки мол. Да, крылышки, да? Ой, как красиво. Вообще такое озеро. Почему-то зеленого цвета. Цветет, что ли, оно? Вот там кафешку сделали. А там он фотосессию проводит. Вау. На той стороне японский сад. Там в основном проходят фотосессии. А еще там лодку я вижу. Да, лодочка тоже красивая. Идет, говорит, идет. Вау, красивые девчонки. Да, видела. Тут нельзя плавать и рыбки. Пошли. Сейчас я вот это дерево сфотографирую. Очень красиво. Вон наша телевышня. Телебашня. Голубая ель. Люди уже такие большие. Ого! Вот это да! И сфотографировать. Идем в экопарк. Поиграть в бадминтон. Погода хорошая. Люди отдыхают. А вот здесь тоже в бадминтон играют. Ага. Я, знаете, что предлагаю? Может, мы тоже что-нибудь купим в магазине? Да. Вот это покоем. Пить хочешь, Викусь? Это водичка есть. Спускаемся с горки. А тут ты на красной стороне карантина, а я на синей карантина. Дорожки, что ли? Вся такая деревянная. Здесь не очень много, чем можно заняться для детей. Ну ладно. Красивый мостик. Почему-то всегда закрыто, да, здесь? Или мы не в то время приходим. Вот такая панорама перед нами. Красивая. Что радует, что сегодня хоть не жарко у нас. Всего 35 градусов. И еще и пасмурно. Машина. Смотри, что-то вкусненького. Ну правильно, мне тоже не нравится.
11 350. Это не популярная музыка? Вроде нет, обработанная. Хорошо. Без лепешечки. Да. Есть вот такие серьезные. Да. Лепешки нам по-любому надо взять. Пять? Да, лепешку по-любому надо взять. Что-нибудь скушать. Ну, что-то как-то все. Все как-то все так вот. О, я пончики нашла. Ты серьезно? Ну, я не боялась ничего. Ну, ты посмотришь, чего. Нет, что-то такие не очень не хочется, не надо, нет. Ладно, пойдем.